Друзья, всем привет и приятного аппетита. Это продолжение рубрики с проигроками. Думаю, все вы помните ролик с айсбергом, где он сперва не хотел закрывать мини-карту, а после этого получил, так сказать, заслуженные минус 30, когда уже оказался против меня. Я считаю, тот момент себя исчерпал. Вопрос закрыт, и никакого зла, конечно же, на айсберга я не держу. Более того, человек объявил челлендж. Его подписчик предложил ему 200 тысяч рублей, если он за 2 месяца апнет топ-10. Мы с вами люди добрые, почему бы не помочь? До конца челленджа остался 1 месяц. Я сразу хочу сказать, ни на какую часть от этой награды не претендую. Я за идею просто хочу помочь человеку. Этот ролик первый в серии таких роликов, где мы будем помогать нашему товарищу-киберспортсмену достичь поставленной планки в топ-10. Если ты хочешь увидеть следующую серию, то все в твоих руках, просто ставь лайк под этим видео. Как только мы набираем 12 тысяч лайков, то на следующий или через день, я могу не успеть смонтировать, выходит следующая часть. На этом все. Супер хайран контент подъехал. Приятного просмотра. Так, ребята, что мы имеем? Что мы тут у нас имеем? Во-первых, кривую камеру немножко. Опа. Так уже лучше. Так уже веселее. И это Тэчис четверка. Отжали у меня корпозицию, к сожалению. Товарищ на айсберге. Ну, мы зла не держим. Ни на какие ситуации, всякое в жизни бывает. ПТС отжали, сейчас ПТС мы можем и обратно вернуть. У него вроде какой-то там челлендж, тем более в топ-10 собирается. Почему бы не помочь человеку? Так. Линия плохая, типа Тимбер Тэчис на линии стакаются плохо. Но против нас морф. Да, чувак взял морфа. И это немного скрашивает обстоятельства. Ну, во-первых, на линии, а во-вторых, еще и в принципе по игре вполне вероятно получится сделать какие-то красивые мувы с этим товарищем. Проблок сразу снял на Виверне. А, это морф медовый. Фигово. Бедровка вернее сейчас пожарешь. Да не. На самом деле течка пиздец разъебет линию, мне кажется. При всем уважении к айсбергу его статусу про игрока, он не понимает, как работает лейн Тимбер Тэчис на боковой линии. Я этот лайн-ап стоял очень много раз, и я понимаю, что против двух ренджей мы ничего совершенно сделать не можем в открытой драке. Поэтому я эту линию собираюсь ему строить от компов, от экспириенса с того, что пачка постоянно умирает рядом с ним. Все остальные варианты заведомо проигрышные, потому что у нас нет ни одного контроля, и добить расхорашенного противника мы не сможем, он всегда будет лечиться и убивать нас в ответ. Забанил тело на Виверне, потому что не показывался. По сотка, как говорится. Все, что ему нужно было сделать на этой линии, это вкачать второй скилл на первом уровне. Так он смог просто уходить из-под их фокуса и все равно получать экспириенс, потому что я держу крипов. Че ты хочешь? Что я должен сделать? Бои должен выйти. А, в него еще кинули. Парика нету, нет. Солва была, он мог выжить на самом деле через солву. Но не стал этого делать. Так, чё, я пойду стакну, чё? Какие у меня варианты? Вариантов немного, со мной айсберг на тимбере, который на флейне не играет совершенно. Но мы будем стараться. Roger sleeping. Тот факт, что он взял на первом уровне третий скилл, по сути его сделал просто чуть более толстый, но такой же грушей для битья, и мы никак не можем вдвоем его спасти. Не, кстати, это смог взять. Да? Да, пойдет, я думаю. Нормальная такая история. Че, он на экспириенсе, здесь разблочил на Виверне. Может, смотри, еще одну взять, снова забанить. Где-то выпал на малышей. То есть, как видите, я на этой линии постоянно делаю так, что крипы врага умирают рядом с айсбергом. И он всегда на экспириенсе, более того, я даже оставляю его на этом самом экспириенсе, потому что большего на линии мы выжить не можем в принципе. Крипы замкнулись, а ренджа мы, скорее всего, потеряем, правильно? Ну, хотя бы не один на один, это уже хорошо. Пойду еще разок стак, ну и выйду на морфа, что ли. Этот, я не знаю, должен выживать через тимберчейн.
Как-то уж жить должен, наверное. Теч, maybe you can help me? Как я тебе против этой линии помогу, мужик? Успел перекач нажать. Задрот. Получается. Надо бы этому начинать. Из-за того, что я полетел, товарищ не успел уже. Я ему по КД спот баню, получается. Пулы мешаю делать. Он говорит, they just help me. Интересно у него, конечно, видение боковых линий происходит. И плюс тю экспо оставляю. Хотя мне, ну она пипец насколько нужна. Come for self. Она yes. Такой, да, не вопрос, бери экспириенс. А в итоге тебе говорят, не хочешь help. У меня просто нету игрока на линии. Я думал, он будет по КД просто прыгать на них, блядь. Хотя бы ХП им снимать, он просто нихуя. Пришел в мид нафидел. А, он у меня в двойном муте. Понимаю. Ну, в отзоне. Be careful, mid. Yes, is mid. Есть что задинаюсь? Грибов они в итоге замкнули. Вариантов у меня немного. Задержусь, в принципе, не выживу. Там же фаерик, стики, что ты делаешь? Чё-то это самое, я не понял. Он же не выйдет уже отсюда. Жестко. Или выйдет. Ладно, вышел. Так, чё, я иду сюда, стак на еще разок. Под мид нет смысла, на морте какой-то нереальный задр. Опа. Если что, у нас на течке играет просто максимальный выродок. Ну так, слово просто. Угу. Понял, записал, запомнил. Так, он увидел стаки на этом тебе, правильно? У него веб-сервер купить еще. Я видел тиммер второй скилл, берут, короче. Обычно оскорбляют люди, уверенные в собственной непогрешимости. И поэтому у меня к вам просьба, если вдруг вы за собой такое замечаете, избавляйтесь. Потому что может оказаться, что вы вроде и обзываетесь, а вроде и реально накосячили. Оп, умираю. А, вард отсутствует, правильно? Правильно. Не знаю, что он умер, кстати, Дарксайд так умирала. Пришел, умер. Бывает. Ничего страшного. Все мы ошибаемся. Он реконнектится, нет, интересно. Может, подожди. Текс. Залагал, наверное. Бывает. Мне не нравится, что шап-сервер нет больше. Но у меня почти третий, это мне нравится. Ну, сакнуться, кстати, они, скорее всего, не успеют. Не знаю, куда ты бычишь? Стакнулась. Опа. И верно умерла. Так у него шестой. Так он их по левелу жестко обходит, скажем так. На соло экспириенсе это. Хорошо. Дровка без ТП сдохла два раза подряд. Так, теперь пойдем это все зафармим. И отлично. Он снял вижен, кстати, здесь. Вообще прекрасно. И не знаю, что он на самом деле расплакался. Ну, типа. Он стоит на соло экспириенсе. На фул релаксе. Никто ему не мешает. Dragon at level 6. Ну, мешают, конечно, но. И сделать-то мы особо ничего с этим тоже не можем. Дровка level 4, она сейчас не должна вообще нигде набрать. Придите ко мне хоть втроем. Мне похуй, сколько игроков будет. Леш. Придите и не дайте дровке взять шестой. Если бы у нас реально было все плохо, не было бы такой ситуации, что он шестой, а на Траксе четвертый. Но из-за того, что там не было пулов, из-за того, что они все там стояли, я могу поехать. Экспириенс. Так. Поехали, нейтралочки выйдем в команде. По красоте. Левел взяли, все взяли, это сюда-сюда. Смок у меня есть. Смоки все куплены. Тракса бежит
с пятым уровнем сюда. Да ты надоел, он все скупает. Он все скупает на Бене. Что ты будешь делать? Так, а где бы нам, собственно, это самое? Поиграть. Вообще вот здесь интересно очень. Для этого надо шестой. Это очень нужен шестой левел. Я думаю, он подставится, кстати, рано или поздно. На Драксе. Вашу нижнюю башню атакуют. Есть у меня такое ощущение. Wait me, wait. Здесь вижу. Подтверждаю. Давай. Вот этих чуваков я не знаю, мужик, я без бластов, если чё. Морг кипит. Хазрон. ДК тоже вроде топнулся. Файл топ. Я не знаю, этот дайв был, конечно, странным решением. Но коммент. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Не было предпосылок, что мы, типа, выдержим контратаку из толпы людей. Мы бот давим, мид давим, правильно? Дракса, куда интересно тяготеет? Ой, ай, ох-ох-ох. Не, за мной не должны идти, должны бояться. Должны бояться уважать, верно? Будет давать товар? А вот пусть мы где хайпов. Они не могут подходить. Хотя и пытаются. Центря встала. Пятый на виверне. Опа, опа, опа. Тут сейчас мне придет, кто-то убьет. Кто тебя не убьет? Кай, верно, блядь. Чел стоит, зимой. Готов. Клиентура подъехала. Так, в боте все нормально. Действительно, никто его не убивает, все окей. Че, можно подмить попробовать? Капель нету, нету. Я дровка без маны. У меня шестой есть, пройти в мид, я ультану. Wait, wait, you can silence my beer. Можешь, морпа, морпа. Нет, ДК, ДК. Морпа нажал уже, морпа нажал. Не, тут такой дэмэдж, что без шансов, мужик, на морфе. Перекач, не перекач, но если ты две мины седьмого уровня ловишь в лицо, как бы и избежать их не можешь, что это конечная, концовочная. Так, что здесь? Что здесь? Здесь будут двигаться Тракса и Морф. Мне бы здесь попробовать поиграть. Правда, еще вышку не забирали. Но начнем отсюда, а потом уже двинемся куда-то дальше. Не знаю, им одной тройки на двоих не хватит стопудово. Пока у нас все шикарно. Да, то есть мы нашу заведомо слабую линию задауняли. Через крипов, не через бой с противником напрямую, да, а просто через то, что у противника все крипы умирали под тимбером, и он был на фулл экспе. Товарищ. Так. Морф в топе, здесь я хочу качаться. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Не попал в радиус. Однако. А чё, подождите, а где мины? Я же ставил. Криво взорвалась это? Гоу! Не следил момент. Внизу вон ДК идет с блин. А без блинка еще. I can TP bot. Гоу-гоу. Да, у них тут не таура. They're farming under vision, guys. Лей его, пойдем, он умрет. Без вариантов.
Морф в топе. Морф довольно-таки на крополях. Курицу можно сюда. Опа-опа, блять, сука. Хотелось бы заехать к ним здесь поиграть. Сработает. Yes, стоп, yes, стоп. Я еще хочу траксу поймать. Она здесь будет ходить, я так думаю. Ну похуй, снизу будем лежать. Там дрок ПК фармит, можем смок на него нажать, если есть у тебя. Вон убить ДК можем. За финсгрип. Го, он только. Он без блинка будет. Это игра конечная для давай, него. Давай, давай, давай. Дели его нахуй. Если они его нормально ловят, они убивают без меня. Если не ловят нормально, то мы все там ничего не сделаем на самом деле. Курицу надо обратно, потому что она сейчас на варде спалится. Топи опять ебут. Морфа надо. Вахуй, клоун, ебаный клоун просто. Морфа маны нету. Маны нету. Не трать, главное. Че, он ты пау джимал? Походу, да. Такса в боте. Правит, север бэт, север бэт. Течка. Видели? Течка забрал, течка. Верно, пробегает, здесь только 5. Траксу не хватит. Тоже добираем. Killing DK, he has no blink. Ты очень надолго на морфе умер, он баялся что ли? He has no game. Блин, заготовил, жду здесь таргет. Таргет приехал, хорошо. Здесь что? Бэк. Выше. Так, я жду этот морфа Траксу. Они бот освободили себе. Кто-то из них должен сюда зайти. Вопрос в том, кто. Как бы, если Тракса плохо. Если морф хорошо. Морф играл в прошлый раз сверху, Тракса снизу. Если они сейчас свичнутся, будет вообще огонь. 1000 хп должно на него хватать. Но я еще могу вернуться сделать, на самом деле. Кто здесь? Морф гос, морфа косарь хп. Так, это здесь накидываем. И ждем типка. Видно морфа. Че, выживет, не выживет? Сик. Ну, выжил. Я умер за него. Отдаемся, так сказать. Здесь. Можем морфа убить, если смог есть. Давай смоканемся. ТБ поможет. Солидно. А похуй. Не надо нам ТБ. А где он теперь сентрю поставил? Наверное. Где-то здесь, наверное, сентрю поставил. Ну, главное, чтобы виверны не было. Тракса под ботом. У тебя линзы нету. Я жду, пока ты первая начнешь. Невозможно. Ну да, как он начнет-то. Немного не та задача перед ним. Так. У нас у меня 12-й. Кинопки хочешь? Ну, такое себе. Ладно, держи. В принципе, реально поймал бы. Морф топе мне пока не нравится, только как у них вижен стоит. Это тревой. Слишком хорошо получается. В итоге зря умер я за него, наверное. Лучше бы жил. Побольше бы был. Что-то нас поддушивают, кстати. Поддавались, малёха, на корах. И все. 4, 6. Нейтралка. Хорошая.
Морфа земелья будет скоро, верно? Очень скоро, я так думаю, причем. Мне 12-й, конечно, не помешал. Но пока как-то не успевается. На Рошана я бы закинул одну мину. Их пик может очень быстро зарошанить. Хотя, ну, вроде как не должны сейчас, да, этим заниматься. Но вообще могут очень быстро при желании. Поэтому подстрахуемся. Минируем сейвова. Че, у нас нет каких-то локомотивов, которые вперед идут. Были, но что-то пока это самое. Запассивила сера. Хороший килл. Но там качается и морф Атракса, это плохо. И оправданий этому... Почему это хорошо, найти сложно. Иллюзия. Ну, у нас ТБ. Просто он до этого двигался крупковато, поэтому тут непонятно, насколько полагаемся на товарища. Я вот не пойму, видел он меня или нет. Он бы дернул земель немного, наверное, да? Хоть чуть-чуть. На морфе, посмотрите, как играет. Он вообще, он не дергается сверху абсолютно. И в итоге не хватает катастрофически... Госит? Пространство, чтобы на него выйти, потому что он просто стоит на месте. И, соответственно, как я должен на него выходить? Никуда не торопимся. Фармить надо. Да? Там морф фармит. У нас титчес. У него шаль. Титчес. Ох, мы никуда не торопимся. Упс. Гровка ТП, кстати, въебала. Беги, беги. Я уже не выбегу. Сможем? И, кстати, я тоже не уверен, что выбежишь. Сюда, но я не знаю, он... Типа, с шали... Ууу, какая сентря встала. Да, дотягивается. Я не знаю. Надо ставить свои. Да. А вообще нет. Они бы... Килом. Килом. Блять. Почему так мало нам? Пылесос на тысячу. Шаль. Плюс форма этого типа. А вот это мне нравится. Блять, у этого своя игра какая-то. Ух, хорош. Так, это сюда. Go fight, guys, no more. Go fight. Нету веры. Размен хороший для нас. Go fight. Yeah, go. Размен для нас хороший. I'm down to fight. Опа. Вот мы и познакомились, так сказать. Can go rush. Гараж. За мной двое гоняются. Рошаньтесь, мужики, по полной программе. Вам точно никто не помешает. Я не знаю, там все в центре. Очень сложно заходить куда-то. Но в любом случае, если они в итоге бегают за мной, это ок, разумеется. Разумеется, окей, я надо книги, кстати. Марфа, я не помню, я ел книгу или нет. Амулет дам. Он умрет. А здесь? А что, зачем вайв файтинг, бро? Не контикал. В новом мета. А, Рошан. Так. А где Игис? А, Лишак забрал. И убежал просто с Эгисом. Пол хп уебище. Правильно все сделал. Умер, он был. Да нет, неправильно. Вы должны были их убить. У нас тэчис, мы 4x5 играем. Ничего себе. Не убить. Я еще-то просто в боте умер, ребята, вы что?
Не обижайте. Надо 15-й. Ну, это не сильно что-то заряляет. Мне шарп нужен и фарм. Шаль, конечно, не бана. Морфай, когда дропается, это... Это просто нечто становится. Вашу верхнюю башню атакуют. Главное на экспириенс стоять. На экспириенс стоял. Осталось 1500. Не так много. Но книг я мало кушал. Читал, точнее. Читать важно, читать полезно, читать нужно. My bad, буду исправляться. А Йондис будет интересно, нет, на морфе? 1000 хп. Центря здесь стоит все еще, верно? Да. Я закачал. Джамон морф. Джамон. Ага. Это неприятная тема. Под мидом можешь поиграть, посмотрим. Непонятно, сколько ставить, учитывая их плотность. Берете вы за врема хиро, лак, пироплейт? Винит майн за рано. Там хуйня ебаная, не надо. Дай камень, дай ролл потом. Нет, фуфло. У нас нет мета, нет, мужики, вы чё? Ты говоришь, не надо, и ты... Надо все, чтобы подошли. Терроблейт без ТП, without ТП, терроблейт, you know? Терроблейт, without ТП. Бэк, we don't def bottom. Пуш топ, плиз, террорблейд. Но он не может. Ребята разбираются тут по макро немножечко. Не знают, где мы. Они в ХГ могут пойти на самом деле, что я форму нажал. Ну, хотя не знаю. Могут не рисковать. Но вообще должны. Типа это правильно. Если бы кто-то мог подсказать. Фармим, то это правильно. У нас Аегис, типа, это голос против. И плюс леший. Да. Они хотят нас зафортить. Ну надо вестись на эту тему. Поехали. Yes. We can't play that еще. О, тавр выебали. Да ничего. А ничего страшного, нормально. Сейчас игру въебем. Сталинс натрелен лет, но это самое. Чё-то не хватает малёха. Надо зарефилиться. Не, у нас нормально все. Типа мы с Эгисом были. Сейчас мы в бот к ним вылетим. Посмотрим. Попал? Да ладно. Блин, каблак дота. Не хватили. Блин. Moron, it's like one spawn bot, one zero second. Fucking. Есть хочу, наверное, поставить ногу. Но там гем на морфе. Он здесь никогда пешком не зайдет, он перекатываться будет вот сюда. Есть шанс, что закатится, получается, в мины, правильно? Поехали. Ой. Зато печатал. Тут печатал. Че они спорят между собой? Сидят, что-то доказывают, оправдываются. Оп, тихонечко покачали. Хорошо. Гост вдвоем пойдем смог. Писан плотный на морфе, но это невозможно. Жуэр теперь-то хотя бы. Невозможно. Он будет еще одну пачку точно фармить. 1400 хп. Но он под тавером. Туда-то пашнется. Но он сюда не зайдет. Мне кажется. Put mines in north, 30. Yeah, they have jump. Неверно должна подойти, правильно? Че, он дальше идет на морфе? За ним еще и верно стоит. И земели катятся. Ну, короче, тут полный фарш. Они снова хотят на ХГ. We're losing side, right? They will push in one second, if you... Это иллюзия была. Так, главное под курсу. Как-то красиво под курсом.
They jump, I will save. Сиджет нас, сиджет в полном программе. Но они мету зафорсили, если выдадут, хорошо. Ебал мету просто. Под мидом можно драться, под мидом много. Но они не пойдут? Или будут жать мету все это время, интересно. Чарм. Пипец, они именно в боте играют. Максимально дисциплинированные ребята, на самом деле. Низ можно отдавать. Мы там не задефим. Да-да, продаем. У нас продаем. Ваши нижние казармы атакуют. Чё он летит-то? Драчок хочет дефать. Ваши нижние казармы разрушены. Сейчас же вот едем. Там они Рошана будут взять next, наверное. Какой же медленный старт, конечно, когда курица лиц стоит. Когда не скоро идешь. You're losing bot side. Правда. Тройки деремся у нас. Я метод. Тут 8 должно хватать. Надо только, чтобы подошли ребята. В центре один стоит? Ну, будет какой-то пуш, правильно? С этой стороны еще. Можем подготовиться. Рошика нету. Трекса качается. Мы lock there, split up, we're not trying anything, lock top. It's waiting. Ну, у меня очень хуёвая игра. Нереально хуёвая игра. Потому что у меня на Тичесе бот ебаный, который не может понять, что ему делать на линии. Там, блядь, дровка приходит, три танга. Три танга пришли. На линию, блядь. Не понимает, что ему надо кидать просто второй спел пока, да. Так. Книга на подходе. Дужен, бро. Они ждут Рошана. Нам надо... Пойдет Рошан. Это же иллюзия. Ё-моё. Ветра. Скади, мой. Если вард стоит, то мне хана. Если не стоит, то живем. Смог, дай смог. Anyone come? Хороший гриб. Очень... Да, убили. Найс, найс, найс. Я не знаю, зачем, кстати, они в таком составе на меня въехали, это очень странно. Да я ждал до того, что... Горош, скоро Рошан будет. Kill him, kill him. Go, go, chase him. Chase, chase, chase. I'll catch him. Blink you, Коблак Дота, blink you. Я верю в тебя. Справится, справится, верь. Ах, ты пал. Справился. Время потеряли очень много. Надо Рошан идти. А он есть? Его же нету. Чё они так Рошана? Так, у нас, соответственно, какой план? Стоим, минируем, готовим Рошика к нападению. Там надо пуч. Все будет чики-бомбони. Успею табличку поставить, туда-сюда, сюда-туда. Тэха, жалко КД. И, наверное, не видите, как бы там на меня
2 или 3 чара зависло. В это время морфал был. Так что, за такое умереть не жалко. Пойдем. Double damage top. Почему вы убегаете, когда они бьют, блять, нам... Уху. Can you give me bottle, can you come? Какие вы хуёвые, это просто пиздец. Просто поебать. Spat, no meta, I'm useless. Меня ты смог, чтобы я мог мины ставить. Угу. Да, ничего не произошло, по сути. Главное, что мины стоят, и они Рошана не смог забрать. Это иллюзии? Похоже, они нашли решение. Да я украду, мужики, вы чё? Надо прыгать туда. Морф умрет. Если... Что ты делаешь? Ну дай украсть. Йо-моё. Какой же это финиш, ребята? Давай ты клоун найдешь. Он залетит туда. You don't need to put mines like this when you have a gun. Я тпшусь. I can't see it. Kill morph, maybe. Фу. Не знаю, что он делает на Ореше, пипец. Фигово. Так. А у кого стиген был? Похоже, они нашли на решение, уже, жаль. Правильно, да. Здесь еще 6. Фигово отойдет. Нет, тут есть. Ну давай. Ваша центральная башня разрушена. Таблички нету, да, у него? Можем хакать. Вроде бы. Добирайся. Я спел даже просто сейчас. Гем возьмите, парень, возьмите гем. Декаров, ДК. Кстати, нормально, он его пилит. Там БКБ, да? Сандер нажал. Жесть это было на тоненького, конечно, по факту. Трак догоня. Пойдет? Гем заберите, гем. Чекаем вижен. Носим гемчик, меня все устраивает. Сколько есть минок, две штучки. Так это свежий гем. Второй гем, мы забрали второй гем. Очень хорошо. Так, форс нас сильно давит. Че, леги никого не давит? Всяких там флексов. Центральная башня противника разрушена. Можем здесь убить? Can I kill on this ops, someone? Guys, yes, it's coming. Я бегу. Не хочу гем потерять. Push lanes, please. Пушьте, ребята. Сейчас я за вами прям подминирую. Чем дальше зайдем, тем лучше. А чё, типа, не трапнул? Там вроде черма дропалась. Я пропустил вроде. Даст, не даст? Да-да, забери на тебя. Ботл. Yes. Давай, там я бета. Кларити. Fight with meta. На базу откуда? 5 андрор. We can wait for ages. What is timer?
2к хп, но резист. Типа это сколько получается? Ну, условно 3, да? То есть 6 минок на него хватает, вообще изи. Упс. Так, так. Пипец, что у нее сатаник? 3000 плюс тоже резист. Он с Аегисом, я не хочу дробить. Даю смог, drop back, даю смог. Я здесь скипну, кстати. Даю смог, выкер. Yes, man, keep pinging. Чё? Гем стрели. Да ну. FDD. Блин, не закрытый гем был. Улетел. Они все на базе просто сидят. Герой на фонтане был. Да, они ждут, пока мы от мин сдохнем просто. А, нет, не смог. Он пытался. Все окей тогда. Оригинал был, что ли? Маплинг ботом, брови все, счет 5. Ну, Red Spirit, go. Ну, Red Spirit. Пойду бот за дефа. Рил. Го, мор. Так, когда была, то хорошо. Пойду гем перепрячу. Ну-ка. Ну, пусть ТБ один бьет. Да, под лотосом. Это оригинальный морг. Он с ДД убьет. Калишрак что делает? Я не очень понимаю. Слабый змей. Слабый змей. Хорошо. No. Не, без Тракса не очень тяжело драться на самом деле. А юс лотос. Телескоп. Рано нажал, сори. Нужно отходить. Не сможет заминировать их. Да я должен кого-то типов сейчас. Заминируют все. Помочь. Help. Дойди, просто дойди до мин. Чувак, просто дойди до мин. Я буду жить морфа. Готов. Морф, до морф, но морф, килл, гранайт. Вышел на ДК. Нет, Сандер. Теперь мы должны сосить. Я думаю, теперь по любасу. Верно, нет ульты. Ну, я говорю, это морф течется как бы. Извините. Всегда будет некий, некая доля сюрприза, скажем так. Кажется ли у вас на базе гем лежал? А, вот у них обсерв стоит. Я бы реген взял. Да хоть вам подставить. Это выйдем. Блин, с катапультой. Айтипи. Неприятная история, конечно, по классике жанра происходит. Возьми, пожалуйста, этот телескопчик. 5. На мрафа можешь сходить. На траксу. А дальше. Телескопом бог. Оригинальный, кстати. Призма дропнулась врагу. Мне бы такое. Теперь не переживаем, тем более, что там курица, что-нибудь туда-сюда. Драгонайт 3400. Надо Рошанчика ждать, я думаю. Хочу пробить его, и Эмбайонса подойдет, посмотрим. В
смотри, убивай, бро! Килл! Дэчит, блядь! Спокойно, на нее не хватало. Чё он так орёт? Go end this game. Она еще и с резистом. А вот теперь можно заходить спокойно, да, и действительно end this game. Тут-то два, блядь. Смотри, убивай, бро! Килл! Дэчит, блядь! Все нахуй, пиздец. Но он подождал, хорош. Он подождал, пока морф подойдет, и разъебал его. Проебали. Байбека. ГГМ. Хорош, парни. Только припов надо подвести. А так в целом все идеально. I can jump draw with... 24-й. Жестко. Ну тут соло, конечно. Выключил морфа просто на всю вторую половину игры, скажем так. Отсутствует. Персонали отсутствует. Знаете, как этот, вот Valve выпускает там новые личности, новые арканы. Я наоборот, я закрываю там старые личности, старые арканы. Вот. Была личность морфа, как бы. Отсутствует. Отказано. Хотя на старте было, реально. Ну, тяжеловато. Он прям супер своего выиграл. Ну ты же не можешь всю игру фармить, да, условно этот пятачок. И все равно надо выходить куда-то и где-то умирать. Без бая, кстати. Так что как. Давай, ТБ. Соль. Ну ничего, так поет на самом деле. Двигаемся в топ-10, так сказать. Двигаемся в топ-10. Приятная карточка. Приятная карточка, приятный МВП. Что-то прервалось, а тут. Ну вот, собственно. Релаксово. Ячка засолил, ну получается, да, в соло. Он убил морфа 10 раз. Просто разъебал. Хочу добавить, что Айсберг заслуживает уважения за то, что, несмотря на разногласия с Тейчесом, да, на старте игры, он к концу игры смог объективно подметить, что импакт, который внес минер, послужил на благо победе. Потому что, к сожалению, есть довольно много людей, которые бы до конца игры гнобили условного Тейчеса, да, и делали вид, что он ничего для победы не делает. Здесь Айсберг, красавчик, респект. Ну а на этом все. Помни, что 12 000 лайков нужно для следующей серии. Пока!